Дорогие партнеры, да? Сегодня вот мы, у нас завершающий день, мы прошли вот тренинг Игоря Кима по снятию эмоциональных блоков, эмоциональную свободу. Я очень благодарна, во-первых, благодарна своей дочери, что она меня отправила на этот тренинг. Благодарна Игорю Ким. Игорь, спасибо тебе и спасибо всей команде. А Кингали, спасибо. Всем мужчинам спасибо. Кайсар, Константин, он всегда поддерживает меня. А Кингали и взглядом, и словом, и действием. Ребята, я очень благодарна вам всем. Я вам всем желаю здоровья, удачи, успехов. И все, что мы сегодня прошли, чтобы ежедневно, ежечасно использовали во благо себе, во благо нашим семьям, конечно, нашей земле. И все, что говорилось... Это было вообще здорово. Это было нечто. Надо быть здесь, надо пройти самому, надо это делать. Рассказывать, что мы проходили, не буду. Действительно, и не зря вот Зарина была, не зря Крупаш была. Я всем благодарна тем людям, которые издалека приехали в нашу Алмату. Потому что дальняя дорога, это говорит о том, для нас вот, что это была сильная мотивация, и это является примером истории, это история успеха, примером для меня, например, вот, что, чтобы двигаться, чтобы быть результативной, чтобы все, что мы здесь получили, чтобы это притворить в жизнь. Поэтому еще раз спасибо всем. Вы все такие классные. Когда вот стояли на последнем упражнении, вот, это прямо ощущалось сильно. Ну и с первых дней сразу чувствовалось, и ваша, у всех вот духовная энергетика очень высокая. Ваша интеллигентность, ваши вот все поддерживали, мне было очень приятно, спасибо вам всем. Игорь, я раньше не слышала, но когда я в Facebook зашла, все мои друзья как спрашивали, я говорю, как могла так? Да, и я сразу, поэтому, когда дочь предложила, я сразу говорю, конечно, я хочу, поэтому... Я вам желаю процветания, самое главное здоровья, удачи, успехов, чтобы все ваши начинания, все ваши намерения сбывались. И всем желаю, чтобы все желания сбылись. Желание – это мощная энергия. Когда мы ее здесь осознаем, это мечта, когда пишем на бумаге, это конкретная цель. Чтобы все ваши цели, все ваши желания, все ваши мечты сбылись. В том числе и мои тоже. Мы все пришли со своими пожеланиями. Кто готов? Когда